Федеральная школа студенческих СМИ прошла в Карелии. База школы находилась в лесу на берегу одного из самых чистых озер Европы. Участниками школы СМИ стали студенты из разных городов России и студенческих средств массовой информации. Под чутким руководством экспертов студенты прошли подготовку по направлениям пресса, телевидение и короткометражное кино. Это выезд на природе, на базе отдыха. Такая неформальная обстановка. Нет вот этого официально, скажем, в университете, как вот пары на лекции. Вот это, да, это подкупает очень. Также нравится то, что работают эксперты, которые непосредственно могут тебе помочь, посоветовать советом, как что лучше сделать, снять, смонтировать. Это тоже очень классно. Уже сейчас студенческие СМИ представляют качественный продукт без помощи профессионалов. Занимаются режиссурой, монтажом, версткой. А благодаря таким школам, как школа СМИ в Карелии, обмениваются опытом и в будущем могут заставить достойную конкуренцию настоящим акулам пера. Уже на школе участникам были поставлены серьезные задачи – собрать полноценный выпуск новостей, выпустить журнал и самостоятельно снять короткометражное кино. Со школы СМИ 2015 сказали о том, что им необходимо дополнительное время, да, что некоторые моменты не успевали они доделывать, не хватало там по монтажу, по верстке. В этот раз мы постарались все это учесть и сделать максимально больше практики. В этом году желающих попасть на школу СМИ было так много, что организаторы планируют открыть следующим летом несколько смен. Анастасия Иванова, Универньюз.